Добрый вечер, рыбаки, охотники. Я заказал палаточку зимнюю для зимней рыбалки. Это в прошлый раз ездили на рыбалочку зимнюю. Очень было холодно, ветер сильный. Порыбачить особо не удалось, потому что пришлось искать ночлег, возвращаться обратно с озер 15 километров. Уже была ночь, но пришлось подумать хорошо и приобрести палаточку. Вот и мне пришло сообщение, что палаточку можно забить. Вот, пойду. Заказывал я палаточку на Озон. Пойду получать. Вроде сообщение пришло, что пришла палаточка у меня. Захожу в Озон. Если еще работает 12 часов. Добрый вечер. Добрый. Мне пришла посылочка, наверное. Я. Будет Зорин, Виталий. Вроде 17-го сказали, пойдет. Вроде как сегодня что-то еще пришло сообщение, что пришла палаточка. Можно получить? Да. Я думаю, что это она у меня стоит большая, да? Наверное, скорее всего. Комплектацию мы там да. Сразу посмотрим. Откроем, да? А потом мы завернем ее, чтобы где можно было, или частями вынести. Дома? А если что-то не то? Все, ладно. Да, ну ладно. Все, тогда будем забирать палаточку и поедем тестировать на водоем. Вот, ребята, забрал я палаточку. Она, кажется, немножко объемная, с полом. Но вес есть, придется с собой вторые сани возить. Не знаю, у меня даже не войдет, что ли, так в длину. И стал багажник засовывать. Дана, я взял палаточку, чтобы ты там спала тоже. Да? Гавкала, съедают. Пускают фейерверки, и тут у меня собачка тоже гавкает. Ладно, тогда поехали. Добрый вечер. Вот я чуть-чуть палаточку разложил. Называется Polar Bird 4T. Четырехместная, трехслойная. Как я и заказывал. Здесь есть окошечки, это для печки, это для просмотра. Не знаю, ребята там кто делал, говорят, ну мы сами потом посмотрим при эксплуатации, какие недостатки. Вот видите, уже Дана у меня примостилась на палаточку, облюбовала себе место, так что она уже будет полноправной хозяйкой в этой палатке. Также будем отдыхать. Да, Дана? Правильно. Чего убежала? Вот эта палаточка. Она быстро разбирается, собирается. Здесь вытягивается автоматом. Две двери есть. С одной стороны, со второй стороны. Вот тебе хватает. Я думаю, что место будет так. Ребята как бы говорят, вроде что сдувает, обдувает, но мы будем все равно пробовать. Мы скажем свое мнение про палаточку. Так, вот такие. Главное, что само по себе палатка, она защищает от холода, немножко от ветра. А если еще с печкой будет и греть. Так что трехслойная. Днище, в принципе, хорошее тоже. Я думаю, ну, еще мы что-нибудь докупим. Так-то она хорошая, думаю, плотная. Вода попадать будет и будет. Посмотрим. Но если проклеена хорошо, я думаю, что попадать не будет. Вот так. Все отлично. По моему мнению. Ладно. Скоро на водоем будем там
ставить, тестировать. Будем наслаждаться зимней рыбалкой. Полный рост. Класс. Вот видите, у меня даже и Дана пришла. Дана, не трогай. Не трогай котяру. Котяра тоже хочет походить по палатке. Куда спрятался? А, спрятался. Вот он. Тоже палатку облюбовал. Так что ж, тоже будет, но мы его в лес с собой на рыбалку не возьмем. Потому что там холодно. Собаке еще можно путешествовать. Коту, ну, в принципе, коту тоже можно. Сразу рыбку с лунки есть. Так вот, наше полное хозяйство. Все сборы, все палаточку облюбовали. Вот Дана, посмотрите, Дана, как она лежит. Любуется палаткой. А вот это еще такая интересная, да? Дана, Дана, все, молодец. Ты, как всегда, со мной будешь отдыхать, рыбачить. Дана, что там смотришь, куда увидел? Что там увидел? Вот, хорошая палатка. Ну все, давай будем складывать. Все, все, давай будем складывать.